Как выбрать самую вкусную и сладкую дыню? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальные зимой. Популярные статьи. Поиск по сайту. Найти, как правильно выбрать самую вкусную дыню. Покупать дыню рекомендуют в магазинах или на рынке. Плоды не должны лежать на земле, они могут заболеть или подхватить инфекцию. Обращают внимание и на условия хранения урожая. Антисанитария недопустима, покупать такой товар не советуют. Спелость дыни определяют по таким признакам: глухому звуку при постукивании, насыщенному сладкому аромату, пружинистой и упругой корки, сухой плодоножки, отсутствию трещин и пятен, равномерному окрасу. Самые сладкие сорта. Какая дыня самая вкусная? Рассмотрим самые сладкие и сочные сорта, узнаем их характеристики и особенности. Канталупа дыни сорта канталупа мощные и раскидистые, плети толстые и длинные. Высаживают их на полях или специализированных фермах. Форма плодов округло-овальная или приплюснутая. Вес 1 – от 1 до 3 кг, окрас бледно-оранжевый или зеленый в зависимости от региона выращивания. Мякоть насыщенного оранжевого цвета, мягкая и сочная. Канталупа подходит для употребления в свежем виде. Кассаба. Азиатские дыни кассаба популярны тем, что свою сладость они приобретают в процессе хранения. Различают несколько разновидностей сорта кассаба. Они отличаются друг от друга по цвету, толщине кожуры, вкусу. Одни плоды гладкие и желтые, другие – морщинистые и темно-оранжевые. Популярны сорта кассаба жуковского, кассаба пятнистая, кассаба медовая роса. Вес дыни около 2 кг, аромат нейтральный. Мякоть медовая и сладкая, в применении универсально. Кренши. Этот сорт пришел в Россию из Америки, где появился в 1929 году. Плоды небольшие, округлые, с вытянутым кончиком. Вес одного варьируется от 1 до 2 кг. Окрас желто-зеленый, кожура шероховатая и плотная. Аромат насыщенный, вкус сладкий, мякоть волокнистая с нежно-оранжевым окрасом. Кренши используют для употребления в свежем виде. Небольшие плоды удобно брать с собой на пикник или шашлыки. Торпеда. Свое название сорт получил благодаря вытянутой продолговатой форме. Выращивать торпеду начали в Узбекистане. Растение небольшое, плети средней длины, темно-зеленые. Масса плода 3-7 кг, кожура желто-оранжевая, гладкая с сеточкой, толстая, поэтому урожай подходит для длительного хранения и дальней транспортировки. Мякоть цвета слоновой кости, нежная и сочная. Вкус и аромат ярко выражены. Торпеда славится высокой и стабильной урожайностью, с 1 квадратного метра собирают до 10 кг. Галия. Сорт галия славится оригинальным внешним видом. Плоды округлые, с шероховатой сетчатой кожурой зелено-желтого цвета. Вес дыни – около 4 кг. Мякоть сладкая, светло-бежевого окраса. Сорт галия неприхотлив в уходе, подходит для перевозки на дальние расстояния, долго хранится. Период плодоношения растянутый, спелые плоды собирают с августа до сентября. Хранится урожай до 3 недель. Колхозница выращивает дыню колхозница по всей стране. Сорт холодоустойчив, имеет иммунитет к болезням и вредителям. Плоды шаровидные, кончики слегка приплюснутые. Вес варьируется от 1 до 2,5 кг, кожура плотная, желто-зеленого цвета, в сеточку. Мякоть нежно-кремового оттенка, хрустящая и сладкая. Колхозница отличается высоким содержанием сахаров. Айкидо-айкидо – это гибрид, отличается высокой устойчивостью перед неблагоприятными климатическими условиями. Без последствий переносит заморозки, дожди и туманы. Плоды округлые и шарообразные, вес 1 – около 2 кг. Кожура ярко-желтого насыщенного цвета, мякоть плотная и сочная, окрас светлый. Урожай отличается привлекательными товарными качествами, поэтому айкидо выращивают в промышленных масштабах на продажу. Золушка. Дыню золушка выращивают для употребления в свежем виде. Из-за тонкой кожуры плоды не подходят для длительного хранения. Дыня компактная, весом до 2 кг. Кожура желто-зеленая, местами шероховатая. Мякоть умеренно сладкая и сочная, светлого цвета. Используют урожай и для переработки, из него получаются вкусные компоты, джемы, варенье. Золотистая. Появился этот сорт благодаря трудам селекционеров из Краснодара. Из плюсов сорта отмечают привлекательный товарный вид, транспортабельность, универсальность в применении. Форма округло-продолговатая, кожура плотная, оранжевого цвета.
Вес около 2 кг, мякоть нежная, цвет белый. Аромат приятный, освежающий. Золотистую высаживают в регионах с умеренным климатом. Эфиопка – растения крупные, с длинными побегами и развитой корневой системой. Внешне дыня эфиопка похожа на тыкву. Плоды округлые, сильного сегментированные. Кожура окрашена в оранжевый тыквенный цвет, плотная, поэтому урожай хранится до 1 месяца. Вес – от 4 до 8 кг, урожайность – 8 кг с 1 квадратного метра. Мякоть кремовая, сладкая и сочная. Как выращивать сладкие сорта дыни? Для выращивания выбирают плодородные и рыхлые земли. Почву перекапывают, чистят от мусора и сорной травы, вносят жидкий навоз или помет. Дыня предпочитает смесь суглинистых и супесанных земель, высаживают ее на просторных холмистых грядках. Схема посадки зависит от сорта, обычно это 1:1. Не рекомендуется высаживать дыню близко друг к другу, корням не хватит места для правильного развития и роста. Уход за сладкой дыней складывается из регулярных поливов и подкормок. Поливают утром или вечером один раз в 5 дней. На одно растение используют около 1,5 литра теплой чистой воды. Перед поливами грядки рыхлят и удаляют сорняки, это делает почву более легкой и питательной. Для правильного развития огородники вносят минеральные и органические удобрения. Дыню подкармливают один раз в 2 недели. Для удобрения используют жидкий навоз или помет, раствор на основе сухой древесной золы, дрожжи и йод, бордоскую жидкость, мочевину, суперфосфат, аммиачную селитру. В заключение, при покупке дыни обращают внимание на аромат плодов. У спелых он сладкий, медовый. Кожура у зрелых дынь плотная, звук при постукивании глухой, плодоножка сухая. Чтобы вырастить сладкий и сочный плод в огороде, рекомендуется соблюдать правила ухода, вовремя поливать, удобрять и рыхлить грядки. Из самых сладких сортов выделяют дыни торпеда, эфиопка, золушка. Они универсальны в применении, отличаются вкусной и сочной мякотью. Какая дыня самая сладкая и вкусная? Watch this video on YouTube.